Продолжается готовка кота. Вот столько кабачков, но они еще не все растаяли. Пока здесь варится все, я надеюсь, растает. Так, и сейчас буду мыть картошку и варить. Ну, полбака картошки получилось. Она плохая. Что-то обрезала, что-то выкидывала. Картошка варится. Здесь достала бульон. Там одна спинка с костью от грудки и сало. Так, здесь немножко рассол слила. Здесь головы, но они вообще заморожены. Как их чистить, я не знаю. Полностью заморожены. Надо ждать, пока растают, их не вытащить. Будем пробовать голову пропускать вместе с клювами. Посмотрим, что из этого получится. Обычно мы клювы вынимаем. Сейчас снимем, попробуем. Тут уже кабачки у нас с бульоном есть. И вот еще то, что оставалось. Жир куриные спинки. Там? Не могу большую найти насадку. Она маленькая, с маленькими дырками, средняя. Большая это где? Да. Вот большая вообще не так. Три было, одна большие дырки. Так вот что, не устраивается? Вот. Надеюсь, мясорубка выдержит. Так, вот что у нас получилось. Нам уже этого тазика мало становится с каждым разом, все больше и больше у нас получается. Получается у нас здесь картошка, кабачки, куриные головы вместе с клювами. В этот раз пропустил. И вот что осталось пропустить. Жир и спинки от куриц. Сейчас я это заливаю пока бульоном, чтобы оно немного осело, а то уже не хватает места. Перемешаю и потом вот это вот. От кости отделим, мы тоже пропустим. И по контейнерам, и в морозилку. Получается, мы готовим в этом году, это самое, третий раз. Где-то получается вот такой тазик, килограмм 30 на, грубо говоря, рублей 800 или 700. Получается, на 2 месяца его хватает, минимум. Так, вот что получается, такая масса, столько бульона осталось. Такой бардак на кухне у нас. Творческий беспорядок. Сейчас пойдем с Лёхой в дом, в гости. Мы в банде отвалимся. Вот. Папа, из банды отвалимся. А-а-а. Я и уклоняла мимо ещё. Да, да, застегни. Я только уклоняла мимо, ещё сломалась банкой. Угу. Не знаю, захвачу я всё. Ладно, не мойся. Банка, пакет, ну, фаншет. Только, пакет, поставь, фаншет, а не колёси только, поставь, не колёси. Мама на него вытащил. Мама вытащил. Мама вытащил зарядку, мама. Я взял, там мама зарядок. Ну ты же хочешь фаншет с собой взять? Так, машинку будешь кидать Денису? Нет. Не будешь? Давай я. Смотри. Лёх. О. Опа. Будешь кидать? Не понравилось, что ли? Ну, немножко они испортились, ничего страшного. Будешь кидать, Лёха? Да. Давай. Я боюсь, собак. А ты вот сюда смотри, давай. Вот так вот. Она здесь, Лёха, не достанет. Вот тут, иди сюда. Так, бери и кидай. Опа. Еще. Я мдену, ба. Ага.
Где баба? Баба сейчас придет. Куда она пошла? Где? Я сейчас скинула. Ой, размазал, но их подальше кидай ему, ладно? Да. Чтоб он достал. Ну, Лёх, ему будет так не достать, надо подальше кидать. О, как он, да? Нет, а вот так. О. Видишь, заглотил его, вот. Ага. Ну, конечно, что-то не ему. Ой, заплатились, а три. Давай, затем... сколько там осталось сейчас? Пока две. Давай, кидай. О, их поймал. Последняя. О, поймал. Все, пойдем к бабе. Получилось, баба. Да. Летел прямо вот. Бери Ниву. Сколько там процентов? 19. Угу. Вон там сверху значок, надо нажимать. Аккуратно, не урони кружку. Взяли, взяли. Лимон поставил. Давай, вставай, тут тебе принес покушать. Тут у нас еще виноград, помидоры и клубника, Лех. Давай, вставай со своего горшка. Давай, вставай. Ну смотри, Лех, что есть-то. О. Сок всего интересного, надо? Да. Давай. Столько уже контейнеров у нас есть. А еда не уменьшается, да? Уменьшается. Уменьшается? Ну там еще контейнеров надо сполоснуть. Ага. Потом мы это все взвесим и отнимем сумму контейнеров. 3 килограмма 35 грамм. Замочи по поводу. Узнаем, сколько у нас килограмм еды. Замочи по поводу. Кого? Вот этот большой. Тазик этот? Да. Помыть его. Сейчас. Вот столько получилось контейнеров. А еще вот пакеты здесь. Там еще один, это им холодильник сейчас есть. Угу. Коты уже какой день без еды. Без ихней. Много. Вот столько еще сухой осталось. Сухой у них закончился, им последним там. Угу. Такие дела. Так, взвесили. Сейчас будет взвешиваться последний пакет. Так, сколько? 1322. Плюс 1322. Это взвесил? Да. Итого 47 килограмм. Минус 3, 350. 3, 350. Итого у нас получилось 44 килограмма еды. Это у нас на 800 рублей получается. Головы 500 чем-то, 15 килограмм стоили. И... картошка 300 рублей. Вот, на 2 месяца минимум. 44 ровно. Такие дела. Сейчас схожу, отнесу пакеты, угощу в дом котов двух. И будем в морозилку все это запихивать, хранится на 2 месяца. Так, что у нас там с морозилкой? Вот это вот морозилка. У нас почти полностью забито кошачьей едой. Вот тут только вот немного вот здесь. Главное, чтобы это все не растаяло.
Остальное все кошачья еда. И еще пара пакетов даже положили в тот, в ту морозилку, потому что пакеты они принимают форму своеобразную, и потом их будет не выносить. Мы их вот сюда вот на ровную поверхность положили, чтобы они в таком положении замерзли, и можно было их спокойно потом взять. Вот это вот сейчас схожу, отдам в дом котам тоже поесть. Так, краска Престиж 18 года. Она у нас какая? Красно-коричневая. Так, эмаль алкидная. Красная. 14 года. Так, еще какая-то 20 года. Я сейчас думаю их все вместе смешать, чтобы один цвет был. Красная. И балкон полы покрасить. Тут, конечно, краска нормальная еще. Да, тут, наверное, уже особо-то и не покрасишь ничем. Хотя можно. Сверху вода, а снизу краска, как я понял. Такая краска здесь. Не знаю, даже что из этого получится. Размешивается она. Подогреть ее, что ли? Я хотел его пока размешать и пойти с Лехой погулять, а вечером покрасить. Она что-то не размешивается. Да, у нас вот такая красная, вот такая бежевая. Стала вот такая краска некрасивая. Полторы банки получилось. Вот это вот остается здесь, сгустки всякие. Сейчас Леха погуляем и будем красить балкон, полы. Вот эти вот. Закрашивать. Машине. На машине варишь? Да. На какой? Чего на этой машине? На этой? Первый. Это Мила, она не маленькая. Я завожу и туда не едет. Папина была. Салфетки взяла? Нет еще. Возьмешь? А папа? Сейчас ты, баба. Вот. Ага. Помнишь, я вызвал? Сейчас ты, баба. Ну, загоняй его домой. Куда пошел? Не могу его. Вот какой. Где он? Он убегает, папа. Куда мы пошел? С каким-то такой, а? Пойдем вот, собираем домой. Домой. Куда пошел? Давай домой. Смотри на него. Куда домой? Давай. Все, наверное, убежал, Лех. Она так опять убежит, папа. Не знаю, мама там его догонит. Я поставлю, пока мама подожду, Лех. Все, давай на машине, папа. Я на машине буду ехать. Машина, Лех, в гараже. Мама.
Здрасте. У меня ну, канал в машине будет сегодня стоять, сегодня не будем ее брать. Что он хочет? В машине хочет ехать. Я буду ругаться сильно, не буду из них колдуить. Не пошли мы гулять, Лёха захотел кушать резко. Какие-то маленькие крупчатки. Кушает и пойдем. Так, а дальше потом докрасим. Что, понял? Одну часть покрасил. Краски хватит. А? Ну а что ты хотела? Вот так накапал немножко у меня краски. Я
Я вчера, кстати, не собирал ни лук, ни этот. Я про него забыл. Вон клубника какая большая, Лех, видишь? Машины за здесь. Какой они здесь стоят? В гараже. Тут что это? Ты чё? Ну чё? Клубника будешь искать, Лёх? Давай мне твоё. Подавай мои стороны, когда будет искать. Давай поищем. Ой, здесь нету. Тут нет. А где клубника-то растет? Клубника нет. Вот они. Ага. Да большие будем рвать только, да? Самые большие. Да, смотри, еще. Вон там большая, вон. Пойдем туда. Иди. Смотри. Че? Че? Крокотов кормят в соседнем доме. Не идет, она пропала. Ты не помнишь, смотрела, бурцовская? Вот она. Куда она могла деться? Она все время ходит. Не знаю. Я бы и не понял, что это она, если бы не показала. Папа, я здесь, что я нашел. Вот. А. Смотри. О, слизняк, да? Мать, слизняк! Пишут, что она врач. Мама, слизняк! Да? Слизняк. Не знал, что она врач. Слизняк какой-то. Откуда он приплывся? Ну, он лишь после дождя ползает. Потому что еще у него три штуки вот она тянет. Угу. Красение было и вылез. Ну что это такое? Ты же погодься. Стой так теперь. Никак. Ну все, и стой здесь теперь. Где я крос? Мы там клубники сделаем. Вот там большой, да, есть там же классные. Вот. Есть как там большой. Да, здесь не пойти, мама. Здесь не хватит. А там и нету его. Надо скушать. На, одну пока, потом остальные помоем получше. На это. Укроп, да. Ну-ка большой, да? Выше тебя, да, Лех? Да. Укроп. Да. И вот еще скушать. Подавай сыпать. А вот ты, Лех, ищешь? Вот такой. И вот так вот дергаешь. Не, я могу. Достать, да? Я пойду туда. Да. На. Мой... Нет, тут нету. Комара. А, я пока не поспела. Видишь, вся зеленая еще. Помидоры. Бай, большой тоже не поспел. Большие, да, зеленые все. И здесь зеленые, здесь... Смотри, мухи, да. Здесь зеленые какие-то. Жирные мухи, да? Уходите, а жирные не будет. Да будет ходить, никогда. Ну, здесь тоже. Вот маленькие будут, смотри, потом. Как ты любишь. Покраснеют, вот они, видишь? Бадя. Вот тут уж совсем бадя, маленький. Бадя, кто царапал? Это краска, Лех. Ты краска? Да я балкон красил, покрасился. А ты что-то с ним покрасилась? Балкон красил я, пока ты играл. О, еще вот. Знаешь, маленькие какие. Потом вот он не застать его. Угу. Тут есть, тут и любишь. Я могу. Посмотри, что они там делают в клубе. Что, укропы делают? Да. Пойду-ка я его. Пойдем ты. А вот это интересно, что твои копы там делают. Растут. Если копы что-то делают, папа. Они его ощупят. Коробки не дам, я это не ловлю. Лёх, тогда на всех хватит. Давай. И деду хватит, и тебе хватит. Давай, нет, папа, давай. Я тебе сейчас здоров, не делаю. Боже, здорово, дед, съест, боже, коробок. Нет, ну я хочу тоже будет, а вы что-то хотите выйти? Оставит, оставит, оставит. Он врет. Сейчас я возьму. Дед первую, врет.
Я буду кушать, а никогда не буду. Поворачивайся. Дузить. Так, первый уж ем. Я не буду с тобой дузить никого. Что такое, закрыть тут? Пошли есть. Вряд ли он будет есть теперь. Пойдем, потом будет есть. Пойдем. Нет, он опять кушает. Он тебе оставит много. Пойдем быстрее. Скушаем и тебе. Я говорю. Пойдем. Давай. С черных пятнышек, поэтому это... деда не стал есть такие. Если были с черными пятнышками, деда бы съел, а с черными, без черных пятнышек деда а не ест. Там не было божьих коров. Все упрощают, упрощают, а цены все, блядь, дорогие, уже 1900 торт стоит. Не этот, а там есть такие торты. А это сколько? 880 рублей, по-моему. Да, 800 чем-то. 700 чем-то раньше стоил. 880 чем-то, ну, кажется, почти 900 рублей. Ну, раньше, по-моему, 700 стоило. Ну, 600 когда-то вот стоило. Может быть, зависит, сколько грамм. А там торт лежал за 1900, и то, по-моему, даже за 2000 какой-то был, да? Ну, да, там кило 600 было. Какой-то торт, блядь, 2000 стоит. Это можно кроссовки хорошие купить и носить их, блядь, 3 года. За 2000 торт, который ты съешь, блядь, за полчаса. Семьёй, блядь. Короче, запас купил кроссовки. Давай ручку вытирай. Я думаю, как он так ел. Вытирает. Что он делает? Ну, руками берет. Вытирает, а футболку. Ну, она планшет, по-моему, вытирает. Футболку вытереть. А, вытирает руками, руки? Конечно. Знаешь, это руку ложится. Но он невкусный торт-то. Такой. Так себе. Настя, тебе как, блядь, так достанет. Я считаю, ему мать. Тебе положить на тарелку, Леша? Этому, блядь, торту цена рублей 400, блядь. Да? Да. Ну, блядь, не 900 рублей никак. Но. Правильно? Угу. Что там, блядь? Крема какие-то из тюбиков, вот, блядь, химические. Не сливки, нихуя там, блядь. Ты только бисквит там, чуть повидло какое-то. Да? Угу. Что там? Что там? Ну, это так можно достанешь ложкой. Да. Чтобы он 1000 почти и стоил. Хочешь, да. Бисквитку, да? Запивать. Ну он какой-то такой не особо вкусный. Не, нормально, я поел, два куска съел. Ну я два куска тоже съел, блядь, больше я не съел. Ничего так. Я больше его не ел. Сухой потом. А? Да. Сухой. Как батон. Торт? Да. Ну он какой-то мне нужен никуда. Видишь, какие кроссовки купил? Угу. Вот я купила. Настя. Футболку. Потому что эти кроссовки я в запас уберу. И они не дорогие там, в этом, как ты говоришь, бабском. 600 рублей футболки. Вот эти дома по 500 рублей. Эти уберу в запас кроссовки. Потому что я в них не могу ходить. Получается, что я купил кроссовки, а хожу вот в этих вот за 600 рублей. Вот, кушайте, вот. А прошлогодних уже ходить невозможно. Они каждый камешек чувствуют. Второй такой же липчик купила себе. Один раз купила, понравилось, как сидит все. Сегодня второй раз купила. Мам, я не могу, очищите. Ты его вот так сделай, смотри. Он твердый, вот так. Он весь планшет засрал. Не надо, не надо, куда делать? Вот так, вот просто цветочек. Он твердый. Поэтому тебя не сломать. Короче, кроссовки купил. Вот эти. Первые, которые. Угу. И я их. У меня, короче, в них. Ой, я не могу в них ходить. Еще, мама. Там еще. У меня мнют, а не палец. Бабушки, вот только пальцы. Мама. Такие. Вот эти первые. Вот второй такой же дома ходить. Который, который ты мне давал. Спать в них. Нет. А то я выйду в теплицу помидоры и все футболки порчу. Вот я сейчас в этих старых ухожу, вот, которые тебе давал, вот, они 600 рублей в том году покупал. Они нормальные, но у них, блядь, подошва настолько промялась, что каждый камешек чувствует. И если я, блядь, наступаю на острый камешек, я, блядь, подпрыгиваю, иду, подпрыгиваю и быстро их боюсь. Потому что, блядь, на камешке если еще на скорости наступить, то тоже нельзя. Вот что набрали. Лук, укроп, что еще? Клубника. Клубника, петрушки нету? Я посмотрела, что-то она вся там. Одни стволы, листочков мало, я не стала брать. Тут
там высохла краска, интересно. Думаешь, нет? А? Но это уже не сегодня, Лёх. Сегодня мы будем скручивать наш балконный диван. Он весь разваливается, надоел уже. Вот он тут на болтах. Может быть, я его, не знаю, саморезами скручу. Может быть, эти болты как-нибудь закреплю. Вот он весь развалился. Балкон покрасил. Потом его поставим на балкон вечером. Сделаю. Посылка, да, пришла? Да. Вот такая посылка. Это у нас пленка. Сколько же она у нас? 700 на 40. Ага, вижу. Царапина какая-то. Пленка зеркальная на стекло. Да, на кухне. Недавно рулонную штору. Сейчас, Лёх. Рулонную штору повесили. Теперь хотим занести вот эту вот тюли. Я, он слышит, слышит, сейчас посмотрим. Вот эту вот пленку сюда налепить сейчас на стекло. И штору так, эту убрать. Тюль. Салфетки. Вот. И не будет но нас она видно, пока наверное. Подожди, сейчас. Сейчас пойдем на прогулку. Так, диван я сделал, потом покажу. Спросить хочешь? Так, пойдем. Что ты хочешь спросить? Машину показать? Да. Бабе? Да. Бабу пока на работе, Лёх. С собой возьмем там пока. Сейчас пойдем, Лёх, в интересное место. Там, где трава растет красиво. Надо что-то попить купить. Ну, зайдем туда, в ярче. В машине? Машина, Лёх, в гараже пока стоит. Ой, Лёш, я бы тоже проехалась, бы я уже находилась. Немножко. А? Я, Лёш, он не хочет. Лёш. Пойдем, пойдем, Лёх, в магазин. Немножечко. Зайдем. Купим что-нибудь. Что хочешь купить? Монстра? О. Что за монстр? Я все хотела посмотреть, все забывала. Нашлась это вот это. А, нашлась? Да, найдена жива. Ага. А какого? А где он продается? Покажешь? А куда она, интересно, пропала? Какой монстр он хочет? Кого хочет? Монстра какого-то. А, монстры эти, желе, наверное, вот здесь в ларьках. А, здесь? Да, им ям-то. Мы шли с этой, с поликлиники. Ну, пойдем возьмем, чтобы он шел хотя бы. Ладно? Угу. Вот такие. Ага. Спасибо. Да. Идем в магазин купить, попить. Монстр, сейчас в магазин пройдем, дадим. Проедь немножко. Чего ты хочешь? Монстра. Сейчас подожди, в магазин выйдем, да. Так, что тут, где тут? Попить что-то надо, да? Такое, может? Мама, быстрее. Или что? Или большую? М? Или большую? По карте. Может, кофе что-то есть? Да не нормально, ты что? Сейчас еще мороженое будет холодное есть. Нормально. Давай денем. А? Давай денем, говорю. Мне прохладно. Тебе всегда прохладно. Даже когда жара. Капает дождь. Ну, ничего не капает. Сейчас закапает. Ну, ты тут 33 причины ищешь? Ничего давай, не ищу, давай. Дождь это есть дождь. Лёш. Дождь, да. А мою же твою. Сядь нормально, Лёш. Он сейчас, наверное, закончится. Это вот большая туча.
Сядь нормально, мам, говорю. Мам, прогнозы, он вообще в 9 часов. Мама, большая туча. Вечно все не так. Сейчас она уйдет, папа. Да, сейчас она уйдет. Прогноз не могут составить нормально. Да, и там да, туча. И там нет. Туча? Ага. А какая палка тогда, что туча? Круглая. Папа, смотри, какая. Мне не попадалось обычно. Такие вот. Только ей только течет у тебя. Боюсь, чтобы твою камеру не снесли. Угу. Будет носиться. Ну ешь, что болтаешь-то. Да, надо сосать. Да. Здесь камни лежат. А, смотри, дорога здесь. Асфальт теперь. Сделали дорогу нам. Так, а мы идем в Бурсат. Там парковка заросла. Красиво. Надо будет сфоткаться там. Ну, вроде писали, что это специально так сделано. Специально? Да. Мне кажется, так не может быть специально. Ну, типа, как просто тут... не обслуживают. Ну, я не знаю. Не косят. Кто-то так там написал в комментариях. Потому что не уезжай, смотри, машина. Здесь едь рядом. Тут раньше было не разогнаться. Скоро пойдем сейчас. Там сейчас... Сейчас пойдем. Берешь. Едь сюда, наберешь сейчас там песка себе. В сандали. Вон лишь божья коровка висит на окне. Снизу. На первом этаже, снизу. На окне. Видишь? Видишь? Не нравится? Ну ладно, поехали. Будет знать, она не знает. Пойдем, друзья, домой, не буду чесиваться. Идем. У нас дождь будет опять. Сейчас пойдем, Лёх, что ты начинаешь опять? Нет, пойдем сюда. Один. Давай, давай. Что орёшь, что орёшь опять? Я не буду там, Лёшенька, дальше я убью тебя. Так, пошли искать дядю, сейчас тебе будем отдавать все. Нет. Сейчас найдем, отдадим тебе. Пускай тебя воспитывает. Да я у тебя спасла. Мы ищем дядю, все. Не надо. Давай смотреть, где тут, по сторонам. Вон дядя стоит белый. Отдадим его, пойдем. А ты себя плохо ведешь, пускай это, он тебя воспитывает, будешь с ним жить. Что это такое-то? Нет, я вас не даю сейчас. Давай едь-то, я ж не могу тут идти. Так, почти дошли мы. Тут лёг крапива, аккуратно, понял? Комары. Едем. Опять. Зачем ты давишь улиток? Больно. Ну, сейчас ты получишь. Так, вон там где-то парковка. Поехали. У нас спереди. Дождь капает, что ли? Дождь пошел? Да. Или это с деревьев капает? Почти дошли. На фотографиях было красиво. Мы поехали. Ну, давай сюда. Вот, Лёх, смотри, мы куда приехали. Ой, как тут красиво. Дождик, да, капает? Ну, как красиво, смотри тут. Пошли.
Ее что ли поостригли? Смотри, Настя. Ее скосили. Поэтому так некрасиво стало. Видишь, она скошена. Прям нога проваливается в эти дырки. Да, ее сегодня или вчера скосили. Немного мы опоздали. Потом еще вырастет. А была она вот так вот. Целиком. Еще лунка вырастет зеленая. Потом. Опоздали мы, Лёха, видишь? Туалет даже поставили. Туалет где? Вон. А, это может для работников? Не знаю. Не, всякие мысли, не надо. Я буду угодить. Что там у тебя, Лёш? Ну, кто я посмотрю? Иди посмотрю сюда. Стой, говорю. Каша. Че он там? А? Че он там? Не хочет подъезжать. Тут, наверное, комара, наверное, раздавил здесь. Вот. Комара? Ну вот тут он. У него там что-то есть. Иди сюда, говорю. Пойдем домой. Вон, видишь, у него там что-то. Ну, пойдем туда домой быстрее. Стой, комара раздавил, он теперь висит на тебе. Нельзя их бить. Больно. Вот раньше, в общем, вот так вот было. Буквально вчера. Допустим, как в этой, только еще выше. Пошли. Вон тут все скосили. А вот она, трава-то эта. Угу. А что это? Это говорю, плод говорю. Не не давай тут едь, раньше Леш. Были карусели. Нет. А тут. Угу. Давай по тропинке. Лодка была. Мы там проедем? У крапивы или что? Поехали. Большая лодка была, которая качалась. Тут этим как, и не пахнет сейчас. Как в Твери. На лодке я бы еще прокатилась бы в Твери. Это, конечно, это страшно, но было. Прикольно. Поехали давай. Много чего было. Что надо, не пойму. Ну так ехать надо, что встал-то? Зачем ты мне сказал про лодку? Теперь я хочу на лодку. Забудь. У нас их нету. В Твери есть. Я там была один раз. На лодке на этой. И я там был, по-моему, не? Мы с тобой не были, мы с Викой-то были. Я еще в Твери. А я в Твери училась. А я разве не был? Нет, тебя там не было. Мы, по-моему, катались на какой-то. Нет. Мы на чертовом колесе были. Нет, а потом еще как-то вроде как на лодке. Нет. Я на лодке один раз была. По-моему, мы были. Нет, я не помню. Я помню один раз только. С Викой мы были. Как идти-то? Все перерыли. Лёш, сюда иди. Лёг сюда. Да, да, да. Уехал, ну ладно. Будешь себя плохо вести, там еще будут дяди. Нет. Другому отдадим. Смотри, вообще вон оттуда он до туда. И солнце на фоне туч. Ну, сейчас тоже гроза будет. Скоро. Так, а мы идем в магазин, открылся в нашем доме Бристоль. Сейчас будем смотреть, что там продается. Пивнуха в каждый дом. Скоро поселится. Кто? Пивнуха в каждый дом, говорю. Угу. Там машины ездят. Надо на дорогу смотреть. Подожди.
как-то он маленький там. Ну, он небольшой, да. Он и не двигается, он просто стоит. А? Он и не двигается, он просто стоит. Ага. Ну, как бы внимание привлечь, что открылось здесь. И все. Две ноги у него? А? Две ноги у него? Ну какой, да, Лёх, чубрик? Ну, Лёша, тихо. Пойдём домой. Что делаешь-то, Лёх? Пойдём в магазин, зайдём в новый, посмотрим, что там продаётся. Монстра, может быть, это сам найдём тебе. Купим. Паркуйся вон там. Пойдём посмотрим, монстра есть там? Будешь парковаться? Я пойду смотреть. Ну стой здесь, тогда мы пойдем. Давай там паркуйся. Пойду, пойду домой. Сейчас пойдем. В магазин зайдем и пойдем. Туча аж вон туда уходит. А? Туча конца и края не видно, она аж вон туда уходит. Пойдем посмотрим, что там есть. Выходи. Здрасте. 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 Никак не пройти. Здрасте. Здрасте. Какой хороший. Много стоит, да, Лёх? Какая порода у вас? Не будете ужить с нами? 600. Аккуратно, Лёх, не трогай, это упадет. Как тебя зовут? Роня. Какие-то новые энергетики тут. Роня, да. Кабачок. Как у меня кабачок. Снесли эту штуку. А? Снесли давно стену. Уже. Давно? В понедельник уже здесь, я, ну, Лёшу в сад повела, здесь уже рушили все. И сейчас вот это все убрали. Лёша болеет, когда потом ведешь его в сад, то там что-то изменилось, там изменилось. Там же дом отстроить успели, пока он болел. Mm-hmm. Наоборот, как раз таки. Ты себя плохо ведешь, ты пойдешь в сад. Мне вот это мытье не надо. Вот иди в сад и вот там это показывай. Ну вот ты покажи себе. Лёх, что случилось с тобой? А что случилось? Почему не будешь дружить? Чего не сговариваю с тобой? Он сейчас ничего не скажет. Привет! Это ты мой хороший. Ну ладно, кушайте. Ну ладно, пошла я туда. Что есть? Нормально поел? Ну, сосиску жил. Вот что мы купили в Ярче. Вот такой хлеб. Их производство. Это Лёха затребовал. Так, это вот в новом магазине, в Бристоле. Чипсы 100 рублей, по-моему. И 1.60 рублей вот такой новый энергетик. И вот баба принесла вот эту вот коробочку. Стоит, как думаешь, сколько она стоит эта? Что? Эта коробочка. Тарелочка. 300. 360. Вот это вот, сколько тут грамм? Полкило, наверное, что ли, или поменьше. Поел, да, он все. Предлагать ему. Моя Лёгкая баба принесла. Смотри. Что там? Какие? Черные такие, смотри.
Помыть? Да, есть. Помыть тебе, Лёх, ягоды? Будешь есть или не будешь? Буду. В друшлате можно их есть. В друшлате. Друшлаки. Может, на пленку наклеить? А? Может, пленку наклеить пока? Наклеить надо, протереть окно. А, ну чтобы да. Там ничего не было. Потом протрешь, скажешь. Не, почему я сейчас его намочу туда? Ну, видишь, там капли или какие-нибудь. Вот это, что, видишь, какой-то пирожок намазал уже. А пшикалки у нас нет, да, кстати, этой? Пшикать. Ну, ты же оставлял. А, я ее оставил? Не знаю, она что-то не работала. Пшикалок, вон дофига такого все еще занято. А, вот эти-то? Ага. А это, который кончился, я выкинула давно уже. Я не знала, что тебе надо было. Для мытья стекол есть. Не знаю, пойдет или нет. Пойдет. Просто пшикалку отсюда снять и все. Я говорю, это... Попробуем, может, она заработает. Вот такое теперь окно у нас будет. Сейчас мы тут пузырьки до конца выгоним, а подрежем. И завтра покажем, как оно будет с другой стороны смотреться. Надо тут подрезать снизу и вот тут сбоку немножко. И готово. Эй-эй-эй, ну это ладно. Так, все, окно готово. Днем не будет такого снаружи, точнее изнутри озеркаливания, только вечером. А вот так у нас балкон выглядит теперь. Полы покрашены, диван стоит, накидка на него в стирке пока, потом он будет получше выглядеть с накидкой.